Потешки – замечательный, отобранный народной педагогикой материал. В потешках заложены такие способы выражения материнской любви, которые доступны для восприятия совсем маленьким ребенком. Ладушки, ладушки, испечем оладушки, на окно поставим, остужать заставим, немного погодим, всем оладушки дадим. Как на нашем на лугу стоит чашка творогу, прилетели две тетери, поклевали, улетели. Дождик, дождик, поливай, будет хлеба урожай. Дождик, дождик, припусти, дай капусте подрасти. Дождик, дождик, веселей, капай, капай, не жалей. Только нас не замочи, зря в окошко не стучи. Раз малинка, два малинка, прямо у окошка. Раз малинка, два малинка, целая лукошка. Только нужно рано встать, чтоб лукошка-то собрать.